Всем привет, ребята, вы на канале Густ. И сегодня у нас опять Far Cry 5. Продолжаем проходить DLC про зомби. Сегодня у нас неумирающая любовь. Блять, не знаю как вам, но блять, мне это DLC это вообще просто что-то такое невероятное прям. Может быть это за искусство, лидер инженерного кандидата на премию, в тот день лютых зомби. В полях ужаса вы можете давить зомби тракторами. Это, блядь, просто шикарно. Некоторые инструменты используют призвание для доступны потому, что мы любим вас. Прикольно, прикольно. Я знаю, ты лучший режиссер девчачьего кино в Голливуде. Я считаю это романтическим эпосом. Но нужно разнообразие. У меня есть эпическая сверхъестественная любовная история. Только представь. Берем Ромео и Джульетту и селим их в мир, заполоненный зомби. С заявкой на оригинальность. Банда Ромео на него зла и хватает его. Его кладут в гроб. Его похоронят заживо, но не за то, что перепихнулся с врагом, а за то, что влюбился. Ромео превратится в зомби-импотента. Самая страшная кара. А Джульетта? Ну, да. О, нахер все это дерьмо! Отмщу я всякому, кто встанет между Ромео и чреслами моими. Одна любовь. Окей. Короче, Джульетте надо пробраться через кладбище. Потому что Ромео похоронила заживо его же банда, я понял. Тащите свою задницу в церковь, окей. Все происходит на охеренно стрёмном кладбище. Все эти сверхъестественные любовные истории, такой бред. Да нет же! Тут голодные зомби пытаются сожрать Джульетту. Ага, понял. И вот, Джульетта идет к склепу. Он соединен с канализацией. А при чем тут вообще Ромео и Джульетта? Это важно, да. Это их романтическое убежище. Они там иногда чпокаются. Ну так, по-быстрому. Ну как, отражает так. Характер. Оазис посреди хаоса. Понимаю. А куда? Ага. Не понял. Понял. Ага. Куда дальше? Дальше туда? Да нет, нихуя. Кошка. Бля, куда дальше? А, все увидел. Винтовка Мосси. Блять, я опять сюда вылез. Чё за нахуй? Или, блядь, туда за винтовкой надо слазить.
Ага, это походу... Ну бля, здесь другого выхода нет. Ну окей. Ну, а куда дальше? Камео в стиле Хичкока. Я буду статуей. Недороговато ли? Разве искусство не бесценно? Да. Задумка такая. На кладбище будет множество романтических моментов. По-твоему, кладбище напоминает о любви? Еще как! Это ж все на подкорке. Видишь смерть, ну, да, и хочешь подарить жизнь. А как подарить жизнь? Ха-ха! Потрахаться! Охуенно. А тут у нас крупные зомби-громилы. С сильными руками и брызгают ядом. Прямо как мой агент. Ха-ха, классный момент! Джульетта вспоминает, что спрятала рядом памятную вещь. Достать ее помогает кошка. Кошка? Почему? Потому что с кошкой все выглядит круче, а? Нахуй иди, блядь. Блять, я куда попасть-то? Это пизду я. Нихуя себе! Нахуй. Тут мы видим мутаторы. Злая корпорация создала слизь, воскрешающую мертвых. Как тебе такое? Как по мне, вся эта мишура отвлекает от простой истории двух людей. Добавим больше вопряковости в фильм о влюбленных, что вместе вопреки всему. Идите нахуй! Фанатики ёбаные!
единственное, что разделяет влюбленных, это церковь. Я знаю. Суперсилы помогут Джульетте залезть на нее. Неплохая идея, но не будем терять связь с реальностью. Она заберется по лесам. Окей. Не вопрос. Бля, иди нахуй. Давай, давай, блядь. Джульетта видит гроб Ромео и банду, закапывающую его. Она должна всех перебить? Именно! Мы определенно на одной волне, дружище! Где же ты, дорогуша? А вон пост, блядь, защищаем нахуй. Цепа-цепа. На, сука, на, блядь. Поеб... Блету. Член банды такой, я ща убью героя! Цельтесь в голову! Вот так! Попалась, дочка! Господи! Нихуя себе! Бля, сколько вас там, сука? Джульетта спасает Ромео от участи, что хуже не жизни. Она открывает гроб и... Бах! М. Найт Шьямалан, детка! Ромео — микс из всех монстров, которых только можно придумать. Страшный, как вся моя жизнь, но любовь побеждает все. Сюжет из головы престарелой девственницы. Эй! Я, конечно, не идеал, но уж точно не девственник. И не престарелый. Просто не нюхаю ботокс каждый день. О, смотри, а вот и охрана. Ха, я и так собирался уходить, говнюк. Давайте дальше. Всем привет, ребята, вы на канале Густ. И сегодня у нас опять Far Cry 5. Продолжаем проходить DLC про зомби. Сегодня у нас неумирающая любовь. Блять, не знаю как вам, но блять, мне это DLC это вообще просто что-то такое невероятное прям. Может быть, это настоящее искусство, леди инженерный кандидат на премию Лафта, день лютых зомби. В полях ужаса вы можете давить зомби тракторами. Это, блядь, просто шикарно. Некоторые инструменты используются при зоне доступны потому, что мы любим вас. Прикольно, прикольно. Я знаю, ты лучший режиссер девчачьего кино в Голливуде. Я считаю это романтическим эпосом. Но нужно разнообразие. У меня есть эпическая сверхъестественная любовная история. Только представь. Берем Ромео и Джульетту и селим их в мир, заполоненный зомби. Хм, с заявкой на оригинальность. Банда Ромео на него зла и хватает его. Его кладут в гроб.
Его похоронят заживо, но не за то, что перепихнулся с врагом, а за то, что влюбился. Ромео превратится в зомби-импотента. Самая страшная кара. А Джульетта? О, нахер все это дерьмо! Отмщу я всякому, кто встанет между Ромео и чреслами моими. Одна любовь. Окей. Короче, Джульетте надо пробраться через кладбище. Потому что Ромео похоронила заживо его же банда, я понял. Тащите свою задницу в церковь, окей. Все происходит на охеренно стрёмном кладбище. Все эти сверхъестественные любовные истории, такой бред. Да нет же! Тут голодные зомби пытаются сожрать Джульетту. Ага, понял. И вот, Джульетта идет к склепу. Он соединен с канализацией. А при чем тут вообще Ромео и Джульетта? Это важно, да. Это их романтическое убежище. Они там иногда чпокаются. Ну так, по-быстрому. Ну как, отражает характер. Оазис посреди хаоса. Понимаю. А куда? Ага. Не понял. Понял. А куда дальше? Дальше туда? Да нет, нихуя. Кошка. Бля, куда дальше? А, все увидел. Винтовка Мосси. Блять, я опять сюда вылез. Чё за нахуй? Или, блядь, туда за винтовкой надо слазить? Ага, это походу... Ну бля, здесь другого выхода нет. Ну окей. Ну, а куда дальше? Как раз подойдет для моего камео в стиле Хичкока. Я буду статуей. Недороговато ли? Разве искусство не бесценно? Да. Зад...
задумка такая. На кладбище будет множество романтических моментов. По-твоему, кладбище напоминает о любви? Еще как! Это ж все на подкорке. Видишь смерть, ну, да, и хочешь подарить жизнь. А как подарить жизнь? Ага, потрахаться! Охуенно. Тут у нас крупные зомби-громилы. Сильными руками и брызгают ядом. Прямо как мой агент. Ха-ха, классный момент. Джульетта вспоминает, что спрятала рядом памятную вещь. Достать ее помогает кошка. Кошка? Почему? Потому что с кошкой все выглядит круче. А? Нахуй иди, блядь. Блядь, я куда попасть-то? Пизду я. Нихуя себе. Ну его нахуй. Тут мы видим мутаторы. Злая корпорация создала слизь, воскрешающую мертвых. Как тебе такое? По мне, вся эта мишура отвлекает от простой истории двух людей. Добавим больше вопряковости фильма влюбленных, что вместе вопреки всему. Идите нахуй! Фанатики ёбаные! Что разделяет влюбленных, это церковь. Ага. Я знаю. Суперсилы помогут Джульетте залезть на нее. Неплохая идея, но не будем терять связь с реальностью. Она заберется по лесам. Окей. Не вопрос. Бля, иди нахуй. Давай, давай, блядь. Джульетта видит гроб Ромео и банду, закапывающую его. Она должна всех перебить? Именно! Мы определенно на одной волне, дружище! Где же ты, дорогуша? А вон пост, блядь, защищаем нахуй. С
Цепа-цепа. На, сука, на, бля. Поеб... Блету. Член банды такой. Я ща убью героя! Нихуя себе! Дайте мне уйти! Бля, сколько вас там, сука? Спасает Ромео от участи, что хуже нет жизни. Она открывает гроб и... Бах! М. Найт Шьямалан, детка! Ромео — микс из всех монстров, которых только можно придумать. Страшный, как вся моя жизнь, но любовь побеждает все. Сюжет из головы престарелой девственницы. Эй! Я, конечно, не идеал, но уж точно не девственник. И не престарелый. Просто не нюхаю ботокс каждый день. О, смотри, а вот и охрана. Ха, я и так собирался уходить, говнюк! Не, давайте дальше. Так, побег с крыш. Слушай, обычные боевики уже не круто! Ты еще кто? Вон с моей яхты. Мы с тобой создадим новый бренд! Фильмы, книги, музыка, одежда, косметика, все, все, что хочешь! И все в крутом стиле! Через минуту придет охрана. Это все, что мне нужно! Киновселенная Гая Марвела! И она начинается с одного фильма! Только представь! 2080 год. Весь мир в руинах. Он полностью во власти живых мертвецов. Цивилизация поднялась к небесам, ибо все, что внизу, превратилось в ад. Выжившие оказались втянуты в новую войну. Между ополчением — это хорошие. И грифами, королями улиц. А, то есть нет, королями крыш, жаждущими захватить власть над миром. Небесным миром. Обстановка накаляется день ото дня, трупов все больше, и, как мы понимаем, каждый убитый пополняет армию зомби. Единственный шанс спастись — это заключить мир. Смогут ли враги договориться? Или всех перебьют зомби? Побег с крыш! Наш персонаж — герой-одиночка. А что, неплохо? Очень метафорично. Да, верно, очень мясокровищно. Так вот, наш герой завалит миллион зомби. Миллион? За то время, пока летит вертолет? А то! Нихуя себе, чё тебе болеть его будут, блядь, у меня патронов сколько нет. Или есть, или нет. Что-то есть. Thank you.
Блядь, откуда я знаю, сколько я убил, алло? Кажется, тебе не хватает решимости поднимать важные вопросы. Вообще-то, зрелищность — это очень важный вопрос! Самый важный! Короче, идите нахуй, я сейчас соберу оружие, буду засяду на крыше, буду си... Деть. Пиздец, здесь крыша большая. Ну я, блядь, фанатею, я... Балдею. Я так понимаю, это просто бойня. Какая за этим стоит идея? В чем твой посыл? Эй, зрители, спасибо за бабло! Зрите крутое кинцо и забудьте о своих никчемных жизнях! Ладно, хватит, зомби. Что дальше? Что дальше? Охерительный пулемет! Может, затронуть тему оружия? Конечно! Точно говорю! Так охерительно круто зомби ни в одном другом фильме не косили! Ну да, я бы здесь... Не успел зомби, подобрать. Зомби, как и заказывали. Гранатомет. Ну-ка встряхнем тут все. Перегрею, блядь, вот это херово. И щепотка зомби! Блядь, они отлетают, как будто, блядь, я не знаю, гранатомета хуярит. И тут ходячие мертвецы. Чего? Какая еще нахер интеллектуальная собственность? Чёртовы юристы никому покоя не дают. Да ёбаный ты шашлык! Да ты сучара, блядь! Тут что-то происходит, да? Ха-бум! И после эпизода с пулеметом вертолет садится. Не-не-не-не! Не выйдет! Радар засекает приближение врага! Откуда? Казалось бы, хуже быть уже не может! Но тут из вентиляции начинают вылезать зомби-росомахи! Чё, блядь? Здесь можно упомянуть о проблеме изменения климата. Нет-нет-нет! Это задел на третий сиквел! Король Росомах – возрождение легенды! В этой сцене понадобится пиротехника, дадим герою огнемет. О, да! Классический американский стейк из зомбятины! Хорошо. С росомахами покончено, и вертолет садится, верно? О, черт! Приближается еще противник! Что, опять? Это грифы, короли крыш. Зомби вокруг нет, и бандиты решили, что это герой покромсал их друзей. Он убил наших! Гаси его! Убейте избранного! Прости, что? Видишь ли, наш герой избранный. Затравочка для шестого сиквела / спин-оффа «Эра избранных. Противостояние. Часть первая». Нахуй. Сука! Брат, тебя!
Погнали. А откуда, блядь? Откуда вы все, сука, лезете и лезете, алло? Летит навстречу сиквелу. Ты уже планируешь сиквел? Конечно! Съемки для киновселенной Гая Марвела распланированы на 50 лет вперед! Легко, наметки есть. Ну нет. Я хочу сосредоточиться на фильмах с глубоким сюжетом. Да ладно! Разве у крутости нет глубины? Глубину оценишь, пока барахтаешься. И эту закончили. Ну давайте еще одну.